Всем привет! Сегодня 3 марта 2022 года. И всех нас очень сильно интересует, что будет происходить на рынке недвижимости, что будет происходить с ремонтами, дизайнами, как все это будет реализовываться. Поэтому я сегодня затеял целую серию интервью с различными людьми, поставщиками прежде всего, чтобы они поделились информацией о том, как сейчас обстоят дела с поставками отделочных материалов, мебели и прочего. Сегодня у меня в гостях Анна. Это... Добрый день. Да, это директор магазина салона Эмполи, который занимается итальянской мебелью, аксессуарами, декором, светом, кухнями и прочее. И у меня первый вопрос. Что сейчас происходит? Возможно ли все сейчас покупать? Готовы ли итальянцы отгружать, принимать заказы, или они полностью всецело на стороне Евросоюза, который нам вводит санкции? Ну, то есть, еще раз формулирую вопрос. Как нам, простым людям, которые должны закончить ремонт? Или его начать. Или его начать. Для этого требуется отделочный материал и мебель. Вот что сейчас происходит? А с итальянскими производителями у нас все в штатном порядке. Никаких для нас изменений не произошло. Мы точно так же размещаем заказы. У нас каждый день приходят машины и, соответственно, и заказы на экспозицию. У нас на этой неделе пришла машина с фабрикой Бантемпи Каза. Можно посмотреть, мы уже все выставили. У нас, кроме того, каждый раз появляются новинки. На следующей неделе у нас придет машина и будут новинки по котелам Италия, всем известная брендовая фабрика. То есть для нас, получается, все идет в штатном режиме. А по срокам то же самое. Я уточню, сейчас по срокам вернемся. Значит, во-первых, вот на сегодня, на текущий момент, на 3 число, все заказы, которые, все обязательства, которые вы на себя взяли, все вот, будут выполнены. До 3 числа все нормально, все и выполняется. После 3 числа. И машины вот приходят, да? Да, машины все приходят в плановом порядке. Нету, с точки зрения, это гражданский оборот. А вся мебель, аксессуары для дома, все точно так же проходит, машины едут. Просто некоторые жалуются, что машины встали на таможне. Нет, машины не встали на таможне, все, у нас задержек нет с точки зрения там сроков, мы клиентам даже привозим раньше. Ну, мы, по крайней мере, на текущий момент. На текущий момент, да, на сегодняшний день, то есть все идет по плану, поэтому... А вот сами итальянцы, которые там это производят? Они нас поддерживают. То есть сами итальянцы на самом деле... Исторически у Италии с Россией очень плотные взаимоотношения. Италия всегда с точки зрения итальянской мебели была представлена на рынке широко. Очень многие бренды все знают десятилетиями. И сколько вложила Италия в развитие этого рынка, он достаточно такой серьезный. Ну, то есть они вложили очень много денег, терять его не собираются? И с точки зрения все-таки разума, тоже никто не отменял. То есть момент личных взаимоотношений, да. Пока никто из них не сказал, что мы не будем с вами работать. Мы будем работать, и мало того, что итальянцы на сегодняшний день, понимая ситуацию, что мы все-таки в одной лодке плывем, только с разных сторон. И для нас это взаимоподдержка друг друга. На сегодняшний день итальянцы, очень многие фабрики, с которыми мы работаем, они проявили лояльность. И в связи с тем, что у нас возрос курс, да, и вот эта вот волатильность на сегодняшний день рубля, они нас поддерживают, и некоторые фабрики, наоборот, сделали акцию. То есть они нам дают дополнительные скидки для того, чтобы как-то минимизировать. Мы там со своей стороны, как салон, они со своей стороны. То есть, Вот сейчас, в это время, то есть вместо того, чтобы вводить санкции, как им велят, они дают дополнительные скидки, чтобы... Часть. Для того, чтобы как-то выйти из положения, для того, чтобы увеличить продажи, или, по крайней мере, чтобы они не снизились из-за этой ситуации, потому что, естественно, мы привязаны к курсу, и это логично. В любом случае, там, на новые заказные позиции, естественно, это в любом случае, да, курс отражается на рубле, поэтому, я считаю, что у нас в этом плане... Это радует, что их отношения... Отношения адекватные, отношения настоящих партнеров. То есть, плюс еще какой момент. У итальянцев, у некоторых фабрик, достаточно многих, есть товары в наличии на складе в Италии.
и, допустим, там мягкая мебель, мы работаем плотно с фабрикой Калия Италия, у них огромный сток на складе в Италии. То есть это, в принципе, можно достаточно быстро получить, оплатив там сегодня, получить уже по большому счету там через полтора месяца, через месяц. Ну, а такой вопрос. Если вдруг все-таки граница закрыта, ну, допустим, сейчас путь через Украину закрыт, это однозначно? Через Украину никто не едет. Ну, то есть это все-таки Прибалтика и... Прибалтика тоже закрыта, закрыли границы, или это они просто говорят вслух? Я просто считаю, что все-таки надо читать официальную информацию, а не поддаваться панике, которую веет, соответственно, там, те люди, которые не очень понимают то, что происходит. На сегодняшний день то, что касается гражданского оборота, это да. Ну, то есть я считаю, что надо четко вдумываться и читать, потому что многие на сегодняшний день просто не понимают вообще, что происходит, какие санкции конкретно введены, не понимая по банкам, какие банки и так далее. То есть в этом плане я считаю, что не надо впадать в панику, потому что все идет в обычном плановом режиме. И новые заказы размещают, мы размещаем новые заказы на экспозицию. А у вас уже кто-то сейчас вот в это время заказал именно под заказ? Да. У нас люди заказывают, потому что первый момент, нас уже знают давно. У нас как раз 1 марта был день рождения, нашему салону исполнилось 6 лет. Первому у нас 3 салона на сегодняшний день. Экспозиция составляет более 600 квадратных метров итальянской мебели, товаров для дома. И наши условия, они не поменялись. Первый момент, у нас договор фиксируется в рублях. И доплата тоже в рублях. То есть никакие изменения конъюнктуры рынка на наших клиентов никак не повлияют. То есть в этом плане все страховые финансовые гарантии мы берем для себя. И те люди, которые заказали у нас мебели и внесли предоплату 50% там по курсу 85-86, ни копейки больше они не внесут. То есть в этом плане люди абсолютно там с нашей стороны, мы все, что можем, делаем максимально комфортный курс, все, что мы можем для своих клиентов, мы точно так же их страхуем. При этом даже несмотря на то, что такое непростое время, предоплата на заказные позиции составляет 50%. В отличие как тех, многие уже начали брать 100%. Да. То есть в этом плане мы берем эти риски на себя. И в договоре у людей зафиксирована цена. Они могут спать спокойно, что завтра им не надо будет внести там ни копейка больше. Они могут рассчитывать в рублях. Соответственно, это... Ну, хорошо, все-таки сейчас немножко люди опасаются покупать, ну, большинство, то есть кто-то там что-то ждет. И вот тут какой совет? Наличие. Да, то есть мы решили поддержать своих клиентов, ну и, конечно же, дизайнеров, для того, чтобы была возможность оперативно скомплектовать проекты. У нас большой выбор товаров, естественно, да, это начиная от кухни, заканчивая аксессуарами разных наличий, да. Вот здесь, в салонах, да. У вас в Екатеринбурге? В Екатеринбурге в салонах у нас 3 салона, укомплектованные итальянской мебелью и аксессуарами для дома. Это включая там и вазы, и интерьерные решения, и картины, и часы, и так далее, и свет. Вот. И, соответственно, у нас еще есть товар на складе в городе Екатеринбурге. То есть мы держим для своих салонов всегда еще плюс запас товара в наличии. А что с ценами на те товары, которые в наличии? Потому что сейчас спешно все повышают. Мы ни на рубль не повысили. Вот то есть вот как полгода назад. Да, как у нас стоило все, соответственно, да, там до Нового года. На сегодняшний день мы приняли решение не пересматривать цены и не пересчитывая их по новому курсу. То есть то, что у нас в наличии, мы, соответственно, держим цены по старому курсу, по старой цене, а на часть позиций из старых коллекций мы еще от этих цен сделали скидки. То есть в этом плане. Если кто-то не хочет ждать или опасается, всегда есть возможность на сегодняшний день инвестировать и закрыть проект хорошей итальянской качественной мебелью. Ну, это действительно определенный такой позитивный момент вносит в ситуацию текущую, потому что большинство продавцов, ну, я не знаю, большинство или нет, по крайней мере, я со многими разговаривал, они говорят, что мы повышаем цену, потому что да, я слышала, да. Что люди, естественно, там разные салоны делают по-разному, вот у каждого своя стратегия. Да, вот мы тут буквально паркет считали, он был в наличии, там была одна цена, а через 2 часа цена уже другая, хотя вот он тут же вроде лежит, уже закуплен,
но вот такая ситуация. У вас такого нет? У нас такого нет. Наша компания приняла решение, соответственно, держать цены старые. Ну, хорошо, это здорово, это понятно. Тогда вот в заключение я бы хотел спросить еще, ну вот понятно, что, скорее всего, наверное, ну, будем надеяться, что это не так, но все говорит за то, что будут там санкции ужесточать, там железный купол опускать, там это всегда. Ну, то есть, короче говоря, для нас с вами это очень нехорошо, потому что вот эти связи нарушаются, что-то привезти невозможно, съездить невозможно, ну, как нам всем говорят, хотя вон сейчас Италия вчера буквально объявила об выдаче туристических виз россиянам, то есть это мы сидим и смотрим, думаем, что это такое вообще? Ну, я считаю, что все-таки... Как вы вообще сами прогнозируете, как думаете, как планируете, если вдруг все-таки вот так все закрутят, что будете делать, то есть, ну, что? Комментарий просто ваш. Естественно, мы как... продавали мебель и аксессуары для дома, так и будем ее продавать. А на сегодняшний день у нас четкие позиции на рынке. А мы будем всегда предлагать очень хорошие условия, поэтому я думаю, что в этом плане выход всегда найдется, поскольку у нас есть уже долгосрочные взаимоотношения с партнерами, в принципе, по всему миру. И, соответственно, если вдруг что-то произойдет с итальянскими производителями, то по большому счету всегда есть возможности и выход, и партнеров. Но на сегодняшний день мы не планируем менять свою стратегию. Мы как были салон итальянской мебели, да, так и планируем быть, потому что все-таки это проверенные нами партнеры, это качественная мебель, и цены вот на сегодняшний день несоизмеримы, в том числе с российским производителем, о чем мы говорим всегда, и вы были у нас в салоне, вы видели наши цены, сколько это все стоит, поэтому я думаю, что это на сегодняшний день, может быть, и нет смысла говорить, потому что все-таки всегда какая-то ситуация заканчивается и начинается более позитивная, поэтому хочется, чтобы все-таки мы уже пришли к какому-то к улучшению ситуации и налаживанию всех процессов. Но на сегодняшний день будем друг другу помогать. Ну, в общем, вы спокойны. Я позитивно настроена, да, спокойно. Работаете в штатном режиме, верите в будущее. Ну и к тому же мы еще расширяемся, потому что на сегодняшний день у меня 3 новых сотрудника, которые, собственно говоря, как раз начинают обучение. И мы все-таки верим, позитивно настроены, и, соответственно, все, что можем сделать с нашей стороны, мы это делаем. А с нашей стороны на сегодняшний день мы предоставляем достаточно хорошие условия в городе Екатеринбурге. Поэтому всех ждем. Здорово. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.